Сейчас вот сижу. Шо? Куда путь держим? Сейчас вот я думаю. Нам бы Дизи найти, он куда-то уехал от меня. Его, да, найти надо. Может, тебе надо закупить одежду эту такую? Да, одежда, кстати, тоже бы не помешала. Поехали, да, это тогда до Дорогого. Так, а он где находится? Сейчас. Может, ты мне руль дашь, я бы доеду? Сейчас, подожди. Или тут можно метки дать, я проверю. Так, метка. Ну вот какой-то магазин шмоток. Короче, где смотри, тут сум находится? Как, видишь, типа как комбинезон нарисован. Комбинезон? Ну, вроде вижу, да. Вот и комбинезон ехал. Это вот это что ли? А, все, я вижу, да, я нашел. Понял, да? Вот, угу. Все, ребят, сейчас закупимся дорогими шмотками. Нахуй мне этот дом. Я предупреждаю сразу, там одежда очень дорогая. Слушай, да я привык, ну как бы я каждый день хожу в такие магазины. Гуччи, да. Гуччи, Луитон. Тюнинг, да подождет тюнинг, надо одежду нормальную, хожу как бич какой-то. Тем более после предательства Бубы носить их одежду вот эту вот я не хочу. Хочу быть гуси. Предательство Бубы. А то Бубу меня предал, знаете ли. В смысле говноед, не понял. Меня уважать будут, девки всякие, ну да. Это Дизи? Там вроде такси. Купи новые трусики, обязательно. Это первое, что я сделаю, я еду покупать себе трусы Гуччи. Тут, я надеюсь, можно вообще раздеваться, там с себя снимать все. Так, и мы... Опа, опа. Ух, нифига себе, ля, какой магазинчик-то. Ой, я... Не заглушил мотор. А чё ты тачку не заглушил? Я заглушил, алё. Так, оля, какой пиджачок-то. Не, хуйня, слушай, мне не нравится. У-у-у. 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 О, Луи Виттон. Нормально пошло. Это вброс? Отмена, блядь. Оля, как. Господи. Сколько? 32 000? 90. Бля, ребят, давайте, пожалуйста, заходите все на сервер, зарабатывайте деньги, давайте их мне. Я буду себе шмотки покупать. Там за 150 было. 120 тысяч, 10 тысяч. А есть флаг Украины? Да ладно, блядь, серьезно. Слушайте, ну я не знаю, за такие бабки как-то... Воля, мне вот это нравится. Не, ну это фигня. Чё, блядь, 150 000? Ля какой. Там еще майки? Я настолько перекачан, что на меня не влезает майка, или это такие баги? Или это так и должно вообще? Ля, сука. Ну это хотя бы не так дорого. Ля, сука, аж в кузо залезла. Но чё оно все в меня влезает? А, это все?
Кто смеется, блядь, не понял. Ну хуйня какая. Так, брюки. Не, ну выбор тут, конечно, такой нормальный. О-ля-ля. О, чего, блядь, 75 тысяч. Сумасшествие какое-то. Обувь. А что в дешевом магазине одежды? Мне интересно просто. Блядь, что за 80 тысяч? Вот это залупа. Вот эти возьму. А, перчатки. А нахрена мне перчатки, извините. Не, наверное, шапка... Блядь, что за клоунада? Да ну не, а как это, как отменить? А, понял. Там же надо нажать купить аксессуары. Галстук. Нет, мне тоже еще надо часы. Да, блядь, оно сбросилось. А, не-не-не, все нормально. Просто я верх не буду покупать. Ну что, ребят, нормально, не? Или хуета? Ля какой. Нормально, да? Рубашка, отлично. Потом брюки. Отлично, обувь. Отлично. Перчатки. Пусть белый будет. Отлично. Шапка. Зубенка нахуй. Блядь! Зачем я купил нахуй за 16 тысяч, блядь? Твою мать. Я не хотел брать, я... Блядь! А можно выключить, пожалуйста? Да. Ля, красота вообще. Не, хуйня. Так. Так, где, блядь, шу... Так, брюки классические. Какие брюки? Опа. Так, перчаточки. Перчачечки. Если тебе что-то не надо, можешь выкинуть, я подберу. А, ну да, получается. Так, а еще что-то было? Подожди, а где моя это, где смокинг? Почему его не видно? Во-во-во. Черная, черная, блин. Вот это что ли? Не, хуйня, не то. Да где моя эта штука? Что за хуйня, блядь? Тут же должна быть эта другая, вот эта рубашка. Рубашка под смокинг. Хочешь пиво, Хесус? Почему не видно ее? Оставь так. Да в смысле, блядь, не видно нихуя. Футболка комбо идет. Какая нахуй футболка? Она будет видна только сверху. Пиздец, блядь. Ой, говно. Отстань нахуй. Он не потерялся. Ищет грузовик, чтобы есть на нем под дальнобойщиков. Нужен пиджак. Я ору, блядь. Окей, давайте еще что-нибудь тогда возьмем. Как тут закупиться-то? Охуеть. Какой тут самый дешевый пиджак? Да, блядь, не хочу эти пиджаки сраные носить.
Бери шубу. Ага, блядь, очень дорого. Стоит как дом дешевый какой-нибудь. Бля, ну и ну. Ну это слишком, блядь, стандартно. Ну хуйня ебаная. Я хочу выглядеть необычно, а не как какой-то, блин, офисный клерк. Как череп какой-то, я не знаю. Это выглядит как дешевая залупа. Ну она и правда дешевая. О, ля-ля. Ля. А ну-ка, свет. Гоу дешевый магаз. Ладно, смотрите тогда. Оставь верх голым. Это офигенно, все девки твои. Да, но вдруг меня забанят за соски там админы сервера. А знаешь что? А реально, буду голый ходить, мне чисто похуй. Ля какой, ля, сука, ля. Это я, кстати, ну да, получается. Как выйти, блядь, отсюда? Еще на Мерседесе. Ля, ну ты красавчик, да. Это я, да, видал, да. Нравится, да? Нравится, конечно. Так, блядь. Тупо, да, тебя слышно, да. Ладно, поехали.